каждый человек в своем развитии должен почувствовать разбиение, и в таком случае чем оно отличается от ощущения падения? Мы должны на каждой ступени, на каждом исправлении почувствовать прежде всего неисправность. Неисправность сначала. Каббалисты рассказывают нам, что мы все исходим из грехопадения Адама Ришон. Скажем, мы ехали на какой-то машине, машина сломалась, ну, совершенно. Все запчасти, и колеса, и рули, и двигатели, и все. Все испортилось. Кроме того, что испортилось, оно рассыпалось на все части. И у нас есть такая груда вместо машины. И что мы делаем? Нам нужно выяснить каждую деталь, понять, как их соединить между собой. И мы проверяем каждую деталь ради отдачи. То есть, готова ли она соединиться с остальными частями, чтобы снова стать исправленным автомобилем. Те части, которые способны на это, готовы к этому, мы начинаем из них собирать машину. Итак, мы понимаем, что соответствует, что подходит, что не подходит, и что может соединиться. В этом заключается наша работа. Нет в этом ничего особенного. Это, конечно, особое, но несложно, скажем. Только смотреть на все эти вещи, на себя практически, со стороны работы, не забывать.